Первокурсник Максим, капитан команды студентов Университета радиоэлектроники, вместе с ребятами месяц проектировал робота для участия во Всеукраинской олимпиаде по робототехнике. Собрали изобретения парни буквально за ночь. Разработка первокурсников победила в экспериментальном туре соревнования. Это наш робот. Он основывается на изображении камеры. То есть он видит изображение с камеры, и уже в зависимости от него он делает какие-то действия. В данном случае он может ездить по линии на основании камеры и сбивать кегли. Данные роботы могут быть применены, например, в каких-то там спасательных операциях, как роботы для поиска каких-то там объектов в военных целях. Сегодня команды участников завершающего практического этапа Олимпиады по робототехнике показали способности собственноручно сконструированных роботов. С помощью искусственного интеллекта созданные студентами механизмы в автономном режиме различали цвета, ориентировались в пространстве и распознавали образы. Экспериментальный тур – это очень сложно, потому что вот сейчас робот едет, все понимает, все узнает. Солнце зашло, все, уже ситуация изменилась, и изменились расположения сил. То есть это очень всегда тревожно, волнительно и азартно происходит. Эксперты утверждают, искусственный интеллект подобных роботов может быть применен практически во всех сферах жизнедеятельности. Совсем скоро такие технологии будут использованы и на Харьковщине. Казалось бы, игрушечные вещи, связанные с анализом траектории. То есть это умная железяка, которая понимает, где она находится и себя немножко корректирует. Вот эти вещи будут не сегодня, а завтра, но в течение года воплощены в появление нового поколения харьковской сельхозтехники прицепной, которая вот имеет смарт-мозг. Второе и третье место в Олимпиаде заняли команды студентов Политехнического университета. Обладатели призовых мест получили грамоты и денежные призы. Тамара Данилова, Дмитрий Герасимов, медиагруппа «Объектив».